По Тюменским дорогам курсирует специальная лаборатория безопасности. Передвижной интерактивный комплекс, предназначенный для обучения детей правилам дорожного движения. Уроки проводят сотрудники ГИБДД, причем занятия не только теоретические. Внутри автомобиля есть велосипеды, самокаты, конусы и все необходимое, чтобы специалисты могли смоделировать реальную ситуацию. Упражнения проходят в игровой форме. Проект «Лаборатория безопасности» запустили не так давно, но, несмотря на это, необычный автомобиль успел побывать в 35 образовательных учреждениях. Это школы и детские сады. Обучение прошли уже больше 4000 ребят. Когда ребенок не на словах, а на деле видит вот какую-то ситуацию, он уже вооружен, что называется, знаниями. И самое главное, наша задача – предотвращение попадания ребенка в такие условия. Поэтому комплекс очень важен. Мы будем расширять его использование.